Я всех приветствую, братья и сестры. Недавно мне попалась в руки брошюрка на английском языке, и там я прочитал небольшая статейка, притча. Называется «Two buckets». There were two buckets in a well. There were both in the same well, but aside from that, they were different. One was very unhappy and often complained because no matter how full he came up from the well, he always went down empty. The other bucket found cause for rejoicing and being happy because no matter how empty he went down, he always came up full. Для тех, кто не понял, что в этой притче говорится, в одном колодце было два ведра. Они были в одном колодце, но они были разные между собой. Одно ведро всегда жаловалось, было недовольно, потому что каким бы оно полным ни поднималось с водой наверх, оно всегда возвращалось пустым вниз. А другое ведро нашло причину радоваться, всегда было довольным, потому что каким бы пустым оно ни возвращалось вниз, в колодец оно всегда поднималось вверх, полным с водой. Одно и то же место, абсолютно одинаковые действия, но как по-разному воспринимается. Давайте посмотрим на библейский пример, библейскую историю. Однажды Бог говорит Моисею, когда они идут по пустыне, Он говорит ему: возьми из каждого колена из начальствующих по одному человеку, из каждого колена тем, кому доверяют люди, возьми по одному человеку и отправь их в обетованную землю, в землю, которую я даю сынам Израилевым, так говорит Господь. Моисей так и сделал. Взял по одному человеку, из каждого колена их было 12, и отправляет в обетованную землю. Говорит: пройдите по этой земле, посмотрите, какая там земля, посмотрите, что на ней растет, какие там города, люди живут в укрепленных городах или в шатрах, чем они занимаются, великий народ или слабый народ, узнайте и принесите нам весть. И они ушли. Через время они возвращаются и начинают докладывать Моисею и народу, что они видели. Говорят: действительно, земля прекрасная, земля очень плодородная, богатая. Вот посмотрите, мы принесли одну кисть срезанную винограда, которую несли два человека, привязанную на шесте, потому что было время созревания винограда. И вот плоды, которые мы принесли. Действительно, земля там очень урожайная. Но вот здесь, вот после этого всего, они разделились между собой, вот эти 12. 10 человек говорят: но мы не сможем овладеть этой землей, потому что люди там великорослые, там великаны, там сыны Янаковы, исполины. Мы перед ними как саранча. Это люди, поедающие землю. Мы просто не способны будем взять ее. Мы погибнем, и дети наши достанутся в добычу им. И они стали разлагать дисциплину, стали приносить худую весть для народа, и народ был в таком состоянии. Но два человека, Иисус Навин и Халев, они говорили совершенно противоположное. Господь с нами, мы возьмем эту землю, она достанется нам и детям нашим, мы будем жить на ней и благоденствовать. Казалось бы, 12 человек одно и то же видели, видели и смотрели, и проходили один и тот же путь, но как воспринимается по-разному? Какая реакция у этих людей по-разному? Мое желание, прежде чем мы будем молиться, обратить наше внимание на один стих, который говорит апостол Павел. Он во втором послании к Коринфянам, вторая глава, второе послание к Коринфянам, 15-16 стихи. «Ибо мы Христово благоухание Богу». Я бы даже хотел назвать так и темой, и мыслью нашей короткой перед молитвой. «Ибо мы Христово благоухание Богу».
Я не знаю, насколько понятно молодежи эти слова. Я бы хотел бы сказать, благоухание – это тогда, когда мы вот на себя накладываем парфюмерию, да? Когда мы себя духами покрываем для того, чтобы другой мог ощутить это. Так вот, мы с вами, христиане, Христово благоухание Богу. И дальше апостол Павел говорит, спасаемых и погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. Знаете, я думаю, что каждый из нас встречали, живем на этой земле и видели действия, которые оказывают разное влияние на окружающих. Одно и то же действие, но разное влияние на окружающее. Вот здесь и весть о Христе, она также производит разные действия. Весть о Христе, проповедь о Христе, оно разные действия производит на людей. Одни воспринимают ее, умиляются сердцем, радуются, славят Бога, каются, а другие, напротив, гневаются, ожесточаются, раздражаются, начинают злословить. В Деяниях апостолов, во второй главе, мы видим Петра с 12, которые встали, которые свидетельствовали о том, что произошло буквально вот накануне, свидетельствовали и говорили о том, что Господь Иисус – это Тот, Который пришел для того, чтобы спасти грешников. И Петр проповедует, свидетельствует об этом. И вот 37 стих, читаем 2 главы Деяний апостолов. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи-братья?» Люди поняли, открыли свое сердце, приняли это слово. В Евангелии от Луки, в 13 главе, мы читаем, Христос пришел с учениками в одну синагогу в субботу. И там была женщина, которую было скорчено 18 лет. И Христос освобождает ее, исцеляет ее и говорит, освобождает тебя Бог. И Он исцелил ее. И как люди, которые были в синагоге, как они возмутились внутри себя. Есть другие дни, 6 дней, в которые нужно делать исцеление. Идите там и продолжайте, и делайте это, но не в субботу. И Христос обличает их и говорит, лицемеры, вы лицемеры. Не каждый ли из вас каждое утро берет своего осла, отвязывает и ведет его поить? Не делали ли вы это в субботу? Делаете. Эту женщину сатана связал 18 лет. Не надлежало было ее развязать в субботу от ее немощи и недуга. И написано, что противящиеся стыдились, а весь народ радовался чудным делам его. Мы читаем в Деянии апостолов в 7 главе другую совершенно историю. Тогда, когда Стефан свидетельствовал то же самое, что и говорил Петр в самом начале. Он свидетельствовал и говорил о Господе, о том, кого они распяли. Говорит, вы распяли того, которого Бог дал вам. 54 стих 7 главы Деяний апостолов. 7 глава Деяний апостолов, 54 стих. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами». 57 стих. «Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремлялись на него». Сравните состояние слушающих Петра и Стефана. Одна и та же проповедь, одна и та же благая весть, то же Слово Божье, которое было возвещено для народа, но как по-разному оно воспринимается. Для одних проповедь была на жизнь, а для других на смерть. Давайте посмотрим на некоторые примеры жизни, где одно и то же действие, одно и то же действие для живого способствует жизни, а для мертвого усиляет и ускоряет погибель. Давайте просто посмотрим на обыкновенные три вещи. Три вещи – это солнце, тепло и вода. Очень коротко. Солнце. Вот эти благодатные лучи солнца,
они всему живому несут силу и жизнь, солнечные лучи. Все расцветает, все растет, растения, цветы, все благоухает. Но если мы возьмем и пересадим какое-то растение, надорвем ему корни или надломим какую-то веточку, то солнечные лучи несут такому растению смерть, потому что оно засохнет. Оно не способно выжить, пересаженное, надломленное, поврежденное. Возьмем тепло. Без тепла, казалось бы, немыслима жизнь на земле. Всему нужно тепло. Для всего нужно тепло. Земля должна быть теплая, воздух должен быть теплый, для того, чтобы произрастало. Но то же тепло, абсолютно то же тепло, оно способствует скорому разложению мертвого тела. И как это тепло быстро обезображивает труп. Правда? Невозможно сохранить в тепле мертвое. Оно разлагается очень быстро. Казалось бы, одно и то же действие. Возьмем третье. Вода. Без нее немыслима также жизнь. При дожде, при росе, как написано, пишется, веселится лес, луга расцветают, все, всему-всему радуется, да? Все благоухает, аромат происходит. Но взгляните, этот же прекрасный дождь, и эта же роса, эта же влага, как она губительно действует на мертвые деревья. Эти деревья вместо благоухания и листьев, и цветов, которые могут быть на них, они покрываются мхом. И после этих дождей не благоухание от мертвого дерева, а происходит гнилой запах, потому что оно гниет. Казалось бы, одни и те же действия, но как по-разному производят действия на окружающее. Знаете, мне бы хотелось сегодня сказать, не так ли сегодня действует божественная благодать в людях? Один и тот же благодатный источник, одно и то же Слово Божье производит разные действия на состояние человека, на состояние людей. Одно и то же действие, одно и то же слово, но как оно по-разному воспринимается? Потому что вот эти благодатные лучи, Слово Божие, Солнце Небесного, оно просвещает ум человека одного, оно дает человеку мудрость, чистоту и святость. А для других, как апостол Павел пишет Коринфянам, в первом послании Коринфянам, в первой главе, 22-24 стихи, мы читаем такие слова, когда апостол Павел проповедовал, он говорил, «Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еленов безумие». Но в 24 стихе он говорит, «Для самих же призванных иудеев и еленов Христа Божью силу и Божью премудрость». Одно и то же действие, одно и то же слово, но по-разному воспринимается. Тепло. С чем можно сравнить тепло? С Божьей любовью. Потому что тогда, когда любовь Божья согревает человека, в одних она производит безмерное богатство и возрастает в кротости, в смирении, в благодати Божьей. А в других апостол Павел пишет, о себе самом. В других оно производит совершенно другое. Апостол Павел пишет о себе, филиппийцам. Он говорит, у меня много преимуществ. У меня много чем я могу гордиться, что меня превозносит. Но говорит, вот в третьем главе филиппийцам, 7-8 стихи, он говорит, но то, что для меня было преимуществом, то, чем я гордился, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю ради превосходства познания Господа моего. Потому что вот эта любовь, которую познал апостол Павел, когда встретился со Христом на пути в Дамаск, она накрыла его, она сделала его совершенно другим. И то, чем он гордился, он посчитает это за мусор, ничто. А для других людей тепло Божьей любви, она послужила поводом к угождению плоти. Апостол Павел пишет об этом Галатам. С чем можно сравнить поток Божьей воды? Это Слово Божье, которое льется и которое мы слышим постоянно, и которое люди слышат и могут слышать сегодня. Но одним оно несет силу для упражнения в чистоте и святости,
А для других апостол Павел пишет в Галатам, в первой главе, для других извещает, что эти люди уклонились от слова гнусным делам своей греховной плоти. Они уклонились, потому что они стали извращать Слово Божье. И апостол Павел им говорит, то, что мы принесли, разве это не была истина? 6, 7 и 8 стихи в первой главе Галатам. Что мне хотелось сегодня сказать перед нашей молитвой, братья и сестры? Как хотелось, чтобы на самом деле в жизни своей мы были, как апостол Павел говорит во втором послании к Коринфянам. Ибо и так мы с вами Христово благоухание Богу. Пусть наше благоухание, оно всегда будет приятно Богу. Пусть наше свидетельство и наша жизнь, они послужат жизнью для других, которые окружают нас и слышат. Потому что не случайно апостол Павел говорит эти слова. 2 недели тому назад мы слышали удивительные слова, которые произнес Симеон, когда взял младенца и сказал, что сей лежит сей на падение и на восстание многих. В жизни по-другому не бывает. В жизни будет так. Один принимает, а другой не принимает. Так пусть наша жизнь будет примером и образом, ибо мы Христово благоухание Богу. Аминь. Помолимся.